Доброе утро, товарищи. То есть доброе. Это утро. Полдень почти. К обеду почти. Мы сегодня часы перевели, поэтому по ощущениям еще утро, а на самом деле полдень. Вы уже знаете, что праздники мы проводим очень странно обычно. 8 марта. Сегодня у нас 8 марта. И мы опять прямо в Виннике. Мы туда ездим уже как на работу. Каждые выходные. Ой, Владимир. Сейчас, тихо. Мы заруливаем. Мы заруливаем. Зарулили. Вот, сегодня мы едем на концерт Nickelback. Но это будет аж 8 часов вечера, по-моему. Надо еще проверить. До того у нас куча всяких... Мелких дел. Мелких дел. И одно из них — билеты на следующее шоу. И пока я не расскажу, что это, пробуйте угадать. Я уверена, не угадает никто. Даже если посмотрит расписание в МТС. Мэрилин Мэнсон! Нет, это не Мэрилин Мэнсон. Блин. Я хочу на Мэрилина Мэнсона пойти. Ну, увы. Билеты мы покупаем на другое. Мы сами вчера были в шоке, поэтому... Ну, вы знаете, когда мы доедем до МТС. Кому было интересно, как выглядит Виннипег по весне. У меня одно слово. Грязно. Грязно. То есть мы стекло протирать не успеваем. Ну просто и все такие красавчики. А, зацените. Караул. На обратной дороге мы светофары моем. Потому что они уже не светят. Да. Это стресс. Это стресс. Там просто... Владимир, да. Ой, что-то там машинки ездили, уже не ездят. Нас с Владимиром подстерегал жестокий обвал. Мы забыли, что по воскресеньям не работает касса в МТС-центре. Поэтому мы ничего не купили. Ну ладно. Мы не сказали народу, но что мы... Да, придется так сознаться. Мы идем на цирк Дю Солей. Будет 4... Ну, а, целую неделю будет в Виннипеге в июне. Попробуем купить билеты в следующий раз. Покажите дядечку, похожего на Ленина. Дядьку. Я не знаю, будет ли вам видно дядьку сейчас. Вот. Это вообще Тимоти Итан. Но он мне каждый раз при первом взгляде нестерпимо напоминает Ленина. Досвечивается, правда. Поверьте на слово. О, долгожданный обед. Пять вечера. Если вы никогда не были в Монгазе, то сходите. Прикольно. Мы с Владимиром наконец-то после, наверное, пятого похода просекли фишку. Как надо. Как надо. То есть ты набираешь себе мясо и овощей и берешь рис отдельно. А иначе он занимает место в тарелке среди мяса и овощей. Мы сбили знак. Случайно. Не вписались в поворот. Владимир, я надеюсь, что он ни на кого не упадет. Как там машина? Вообще. Упс. Не, ну немножко помялись, подрались. Зачем там того, как громко это бухнуло? Че, все на месте? Мы уехали в стол. Вот, автопром. Я думал, тут полморды не будет. Снимаете, да? Да. Я думал, тут полморды не будет. А тут он так легенькая вмятинка. Может, когда-нибудь я пол маленького оленя встречу. Ага, и вам поменяют. Все? Да. Ну ладно. Мы все-таки дошли до Форца. Мы всю зиму собирались покататься. Пришли, все растаяло. Да, пришли, когда уже все растаяло. Тут вот. Только-то не похоже на Владимир. Вот, по-моему. Да. Как это?
есть из-за неиспользования. Да, ржавеет. Хорошо, Владимир все-таки осуществит мечту. Покатается по сугробам. Не покатается, так чисто он просто походит. Хотя людей на коньках достаточно много. Да. Хоккеисты. Знаете, хоккей. У нас вообще день странный. Мы приехали пораньше купить Владимиру джинсы. Купили два стула и чайник. Поэтому я уже ничему не удивлюсь. Так. До концерта еще 2 часа. Что пока дышим свежим воздухом. Зацените очередной фейл сегодняшнего дня. Мы думали, мы будем стоять возле сцены. Да, мы думали, что будем в толпе. А Floor почему? Не обозначает, что ты стоишь. Ты можешь сидеть. Они поставили стулья. Блин. Что это за рок-концерт? Не мошпит, и ничего не будет. Со стульями. Концерт для старичков. Я понял, почему Джои не любит Никельбек. Первый раз такое видел на рок-концерте. With a silly damn title, something sexual, something titled, You Look So Much Cuter With Something In Your Mouth.
Владимир, как и грозился, моет фары на пути домой. А иначе реально ничего не видно. Мы катимся. Финиш! А, мы едем уже домой. После концерта. Его сами все видели. Это было крутое шоу. Можете снять, что мы там сделали с бампером? Уже снимали. Ну, там можно. Передний план. Ага. Ну ладно. Передний план и снимали. Когда вы успели? Посмотрите видео, Владимир. Ну ладно, все, давайте. Вот, да, шоу было классное, но... Ё-моё, эти стулья меня просто выкосили. Все настроение убили. Но шоу будем было откровенны. Крутое. Но шоу было крутое, да. Шоу вообще Никельбэк. И этот... Они прям фабрика популярной музыки, ей-богу. Ну это правда. Да. Очень много у них популярных песен. Вот. Ну, что сказать. Теперь кого ждем? Теперь же на цирк идем. Не, ну кого-то ж надо ждать. Идем на цирк, а кого ждать? Ладно. Я просто рада, что этот день наконец-то закончился. Это было очень... Вы не в ту сторону едете, нам туда. Точно. Точно. Я думаю, что я не туда куда-то еду. Ой, все. Домой. Да, спать. До скорой встречи.